проведем обзор флэт-методных кормушек от различных производителей. Начнем мы с кормушек, которые находятся у нас на столе. Это кормушки производства Браунинг. И что ты думаешь об этих кормушках? Ну, по Престону мы уже сказали. Да, по Престону, так как у нас Престон лежали сразу на столе, мы их не распечатывали, по Престону мы пробежались. Да. Теперь у нас Браунинг под нашим присмотром. Кормушки Браунинг, англичане. Разные веса делают, разные размеры. В данном случае у нас маленький размер. 30 грамм вес, 30 грамм. Угу. Вот. Ловят точно так же, как и другие. Вот у них уже вставленный здесь вертлюжочек, вот, куда крепится поводочек. Это в данном случае глухая оснасточка. Видите, вот не выдергивается. Да, глухая оснасточка. Вот. Но здесь то же самое. То есть изначально кормушки, уже заводская уже глухая оснастка, да, уже жестко посаженная глухая оснастка, инлайнчик мы не сделаем. Вот. Хотя можно, она все-таки, наверное, выдергивается, потому что сюда вставляется леска, и, наверное, просто с большим усилием нужно, вот я вытянул тело, вот, тело этой кормушки. Вот, сюда запускается леска, вот, ну, очень сложно понять конструкцию этой кормушки, непонятная она, если честно, вот. Закрывается. Ну, кормушка, честно говоря, очень слабая. Очень слабая. Во-первых, пятка равномерно, нету у нее подгрузки спереди. То есть, соответственно, она будет лететь. Как у Престона. Да, как у Престона. У Престона увеличенная пятка впереди. Соответственно, полетные характеристики намного лучше. Здесь пятка ординарная. Вот. Очень недостаток еще какой? Очень узко ребра. Как у предыдущей модели Престона. Совершенно верно. Это большая проблема на самом деле. Потому что когда человек прессует в пресс-форме, он не ощущает давление. Понимаете, там создается очень большое давление на прикормку. И насадочку с крючком затягивает под ребра. И получаются или холостые забросы, или кар подходит, высасывает прикормку, а насадка зажатая. И получается холостая поклевка. То есть он не может высосать крючок с насадкой. Это большая проблема для методных кормушек, у которых мелкая площадка. Вот здесь широкая площадка, это мелкая. Вот это недостаток этих кормушек в первую очередь. Мы скажем, это будет первый недостаток для всех кормушек, которые мы будем впоследствии рассматривать. Совершенно верно, мы будем на это указывать. Но для себя уже отметим, что малая площадь посадочная. Площадь посадки насадки, да, с крючком. Да. Есть. Убираем это. Убираем. Дальше, идем, допустим, Дренон. Чем покажем, наглядно отличается Дренон от Престона. Кормушечки Дренон от Престона отличаются формой. Они в виде листочка. Вот. Расширенное тело впереди, вот. Зауженное к концу. То есть, в принципе, кормушка заточена под дальний заброс. Тоже увеличенное тело. Вот. Пяточка у них вроде как одинакового веса, но здесь у них есть утолщение. Вот. Вот здесь есть утолщение впереди. Хорошо просматривается по грани кормушки. Можно сделать инлайн. Леска пропускается или литкорчик через середину тела. Можно сделать глухую оснастку, вот, тоже заглушить жестко. Преимущество еще какое здесь? Они сделали здесь коннектор, вот я выдернул его. Да, быстросъемник. К нему крепится очень быстро поводочек. Соответственно, точно так же вы его одели, сняли, одели, поменяли. То есть все делается очень быстро. Это есть плюс этой кормушки. В отличие от Престона. Да, допустим, в Престоне, если вы вставили вертлюжок с колечком, вам надо петля в петлю крепить. Понимаете, Престон сейчас тоже начал такие делать, но это уже они после Дренона начали делать, они увидели, что это эффективно. Дренон их опередил. Опередил и намного, да, в этом вопросе. Потому коннектор здесь для смены поводка очень-очень-очень интересная фишка. Вот это вот. Красиво, качественно сделано, ничего не блестит. Сделано под песочек, под супесь, глины с песком, там, ила с песком. Но есть недостаток. Недостаток какой? Он, наверное, один у них. У них при очень дальних забросах и при твердом дне у них очень аккуратные клепочки. Вот я покажу. Очень аккуратные клепочки. И вот слабое место – это вот эти клепочки. То есть у вас на каком-то забросе отлетает пятка. Просто отлетает. Клепки не выдерживают. То есть это слабое место этих кормушек. Вот. Они, конечно, сделали здесь шипы, поделали, чтобы не скользило по дну. Но это, конечно, оно ничего не дает им, по большому счету. Все в ней хорошо. Шипы не ярко выраженные, поэтому... По илу скользит, как по маслу. То есть это шипы, это для покупателя. Вот. Здесь все хорошо, кроме клепочек. Им надо усиливать клепки. Вот эти клепки не держат пятку. Если твердое дно, если дальние забросы, на каком-то этапе они отлетают. Вопрос есть по ним еще, пока мы их не отложили в сторону.
Здесь увеличенная посадочная площадь, да, для нашей насадки. Да. При забросе вот с этого места, с увеличенной площади, не вылетает ли корм вместе с насадкой? Рассказываю, не вылетает. Не вылетает, не держится вылетает. Все в порядке? Все держится очень хорошо. Тело, посадочная площадка, даже больше, чем у Престона. Соответственно, спортсмен, там, рыбак может увеличивать насадку и не бояться, что она где-то застрянет. Кормушечка ESP. Материал кормушки сделан точно такой же, как у Дренона. Площадка большая. Очень похоже. Немножко измененное тело. Вот, немножко листообразное. Да, да, листообразное. Не такое увеличенное впереди, но тоже летит очень далеко. То есть аэродинамика очень хорошая. Вот. Они пошли немножко другим путем. Они сделали смену. Вот я сейчас покажу. Смена поводочка у них происходит с помощью вот такой застежечки. Называется вот спидлинк. Здесь под него специально сделано тело, видите? Специально, чтобы эта застежечка плашмя туда влезала. Тянете за литкорчик или за лесочку и притапливаете его туда. Все, можете забрасывать. Даже не обязательно одевать силиконовую здесь резиночку, потому что он утапливается и поводочек не соскакивает. Просто то для быстрой при, смены поводка. Вот это его плюс. При монтаже необходимо дополнительно устанавливать отбойную бусинку. Все дело в том, да, все дело в том, что если вы хотите сделать скользящую оснастку, он довольно-таки здесь жестко сидит. Да. Потому скользящие оснастки без буфера не получится. Соответственно, вы можете пропустить леску, пропустить через резиновую бусинку любого размера. Угу. Вот, бусинку, через бусинку привязать к застежечке, и потом бусинка будет упираться в кормушечку. Соответственно, будет скользящая оснастка. В данном случае это глухая оснастка. В данном случае. Он очень плотно здесь сидит, очень плотно. Вот я его вытащил только с помощью приспособления. Конечно, за поводок его потом легче тянуть, но рыбе не так легко это сделать. Недостаток этой кормушки, те же самые клепки, то же самое, на каком-то этапе отлетают. И она чуть-чуть хуже летит. Сказывается не только ее размер большой, но и нету подгрузки впереди, достаточной для такого размера кормушки. И если Престон и Дрена летят как пуля, то это летит, она вот так вот переваливается. Соответственно, полетные характеристики намного меньше. А то, что в нее можно забить больше корма, не является преимуществом при ловле. Понимаете? Но если... об этом мы поговорим совершенно немножко верно, позже. Да, совершенно верно. Не является ее преимуществом размер. Вот, вот такой вот. Идем дальше. Что-то похожее сделал Avid. Тоже англичане. Вот, то же самое кормушка. Они, конечно, ее сделали по форме, как у Дренона. Увеличили в размерах. Увеличили в размерах. Да, она очень большая, очень лопатая. Сделали подгрузку впереди. Вот у нее впереди металлическая подгрузка. Помимо пятки, у них еще впереди очень большой вес собран. Они посчитали, что это хорошо. Вот. На самом деле это не очень хорошо. Я объясню, хотели почему. Хотели как лучше, а получилось да, как всегда. Я объясню, почему. При забросе, особенно так. дальних забросах, происходит то, что я говорил. Кормушка все время пытается клюнуть вниз. Понимаете? И уйти если, в тело. Да, если эта кормушка еще как-то планирует в воду, когда попадает, то эта кормушка падает вот так вот. Она пытается колом упасть, потому что очень много веса собрано впереди. И это есть недостаток. Понимаете? Нужно обязательно притормаживать, натягивать леску, чтобы хоть как-то это сгладить, эту проблемку. У них еще вот проблемка, они сделали, у них была хорошая идея менять пятку. То есть, допустим, сердечник один, а пятка с разными весами. Вот вы взяли, допустим, более легкую пятку и захотели ее поменять на эту. Вот вы сердечник вытянули, вставили его обратно. Вот, вставили. Вот. Сейчас его. Вот, вставили и зафиксировали. Все, он уже не вылетает. Но это есть недостаток, потому что вот эта болтанка, вот этот люфт, он вылетает, рано или поздно он разваливается. Чем сложнее, тем надо все-таки идти к простоте, от простого. Я считаю, что это лишнее. Вот это они сделали лишнее. Оно пользы мало от него, мало кто меняет эти пятки. То есть человек берет одного веса кормушку, он на нее и ловит. Если ему нужно легче кормушку, он покупает легче кормушку. У них же есть разные размеры, разные веса. Понимаете? Безусловно. То есть я считаю, что это... И летит она... летит... Тоже не очень хорошо, потому что размер кормушки, вот большой размер, лопатый размер, он не способствует дальнему забросу.
пока мы не убежали вперед, поговорили только о четырех производителях, а производителей у нас еще в запасе три. А, нет, еще четыре. Итого восемь производителей. Пятая еще, да. Как ведет себя кормушка непосредственно с пресс-формой? Ну, если мы начинали с Престона, тогда, наверное, с Престона начнем, с престоновской пресс-формы. Да. Пожалуйста. Ну, для начала мы скажем о том, что буквально там лет 5-10 назад мы такие кормушки забивали просто с руки. Набирали прокормки, ложили насадочку, придавливали и таким образом забивали кормушечку. Англичане придумали так называемую пресс-форму первыми. Престон придумал пресс-форму. То есть это приспособление, совершенно верно, да. Человек получил там за этот патент там какие-то премию хорошую. Это приспособление, которое позволяет прессовать прикормку с насадкой быстрее, качественнее, эффективнее. То есть приспособление очень эффективное. Как оно работает? Мы продемонстрируем это, да? Мы можем это продемонстрировать с прикормочкой. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, вот, допустим, вот так вот мы покажем. Вот, вот у нас есть пресс-формочка. Вы ложите насадочку с крючочком в середину. Серединочку, посерединочке ложится, поводочек выходит в сторону. Вот. Берем прикормочку, насыпаем сверху. Можем чуть-чуть притоптать его. Вот. Не сдвигаем поводочек, переворачиваем кормушечку и прижимаем. Вот. Лишнее сбросили. Вот. Лишнее сбросили. Прижали. Все. Переворачиваем кормушечку. И нажимаем на клапан. Раз, два, три, нажали, кормушечка выпала. Вот такой вот у нас красивый, да, красивый такой вот получился горбик. Вот, насадочка зажата сверху, крючка не видно, поводочек сбоку. Соответственно, ни за что не зацепится при забросе. Но у нас есть еще и емкость с водой. Да. Мы можем показать, да, как сама форма ведет себя непосредственно в воде. Да, мы можем если взять, будет, допустим, конечно, нам видно. Да, если нам будет видно, мы можем взять вот емкость с водой. Да, вот ложи сюда вниз на пяточку, да, да, мы ее придерживаем, давай, вот она начинает раскрываться у нас, видите, видно, вот выскочила насадочка, видите, прикормочка раскрывается, конопелька вырывается, вот видите, как она сыпется, кормушечка обсыпается, насадочка стоит рядышком, крючочком вниз, прикормочка сыпется великолепно, выходят легкие частицы. То, что карпу нравится, и амуру в том числе. Вот. Все это пошло в толщу воды. Рыба опускается к кормушке, видит, что снизу идет поток пищи, сигнал пищи идет. Опускается и засасывает вот эту кучку прикормки. Сейчас мы тут держим, немножко неудобно. На дне она более кучно лежит, насадочка рядышком. Карп как пылесос одним засосом засасывает прикормку и засасывает насадочку с крючком. При выплевывании происходит... Или поклевка у вас на фидре, вы делаете подсечку, досечку, дозасечку. Или, допустим, он клюет, отплывает, скользящая оснастка доходит до бусинки стопорной. Происходит самозасечка за счет веса кормушки. Вы только уже дозасекаете при подъеме удилища. Вот такая вот работа методной кормушечки. Еще хочется сказать недоделка. То есть, ну, не может такого быть, чтобы все было идеально. Ну, хочется верить, что рано или поздно такое появится. Да. Значит, самое слабое место, у них трескается пластик вот здесь. Вот здесь, шурупов, да, да, вот здесь, где крепеж шурупов, у них на вот этом клапане, вот здесь вот трескается. Не так быстро, ну, где-то через полгода, вот как правило, к концу сезона, если вы постоянно ездите на рыбалки, часто им пользуетесь, вот здесь вот именно трескается вот здесь. Вот здесь, вот здесь, самые слабые места, вот здесь. Ну, я бы еще отметил малый ход. Вот. Малый ход площадки при давлении. То есть у нее, мне бы хотелось, чтобы он был увеличен еще на 0,5 сантиметра. Да, переходим мы к авиду. Вот его кормушка, вот его пресс-форма. Здесь у них все то же самое. Сейчас мы просто без прикормочки, мы просто забьем, вернее, без поводочка мы забьем. Вот у нас ведерко. Насыпали прикормки. Вот. Можете притоптать чуть-чуть, досыпать. Вот. Перевернули кормушечку и затоптали. Вот. Лишнее сбросили, вот у нас получилась затоптанная кормушечка. Переворачиваете и нажимаете на клапан. Раз, два, три, четыре, вот выпала кормушечка.
и посмотрите, какое количество корма, да, между прочим. Вот это то, о чем мы говорили, что оно доходит размер, до 40% от веса, да, да, кормушки. Что размер тела кормушки очень влияет на количество корма. Что размывает вот кормовое пятно на самом деле. Получается, как бы с одной стороны, за корм дополнительный, то есть вы больше кидаете корма, больше быстрее закармливаете точку. Но в этом есть и минус этого большого размера. Насадка, получается, лежит возле большой кучки. Карп, как правило, засасывает, старается один раз засосать и успеть засосать все сразу. А все сразу у него не получается. И нету гарантии, что у вас при первом засосе насадочка с крючком попадет ему в рот. При маленькой кормушечке, он засасывает одним засосом. И насадка с крючком ему попадает в рот намного быстрее и эффективнее. Вот. А большая кучка корма, она как бы закармливает точку хорошо, но при засосе, при самой поклевке, вот при моменте поклевки, это есть не всегда хорошо. Потому что карп часто промахивается, будем так говорить, просто промахивается. Вот. Ну, значит, да, учитывайте это. Еще что интересно, здесь проблема у нее как раз вот в этой вот желтой прокладочке. То есть вот она в первую очередь начинает лопаться. Она не выдерживает от этих нагрузок. Особенно если человек топчет там об вымостку там, или об стол, вот пытается силовым таким затоптать прикормку, она вот первая здесь лопается. Здесь она сделана из очень тонкого материала. Пластик довольно-таки тонкий. Им надо его или прорезинить, или утолщить. Вот. А так, в принципе, работает она, ну, хорошо. Имеет право на жизнь. Совершенно верно, да. Я скажу, что все методные кормушки, которые мы сегодня рассматриваем, они имеют право на жизнь, они все ловят, но некоторые из них ловят лучше. Да, чем, это мы уже так щепетильно подходим, да, к нюансам. А и так тем не менее, не упустим ни одной мелочи. А так они все уловисты. ESP. ESP. Немножко поменьше своего предшественника, да? ESP. У них есть разные размеры. Вот это большой размер, у них есть меньший размер. Вот меньший размер, вот это пресс-форма для меньшего размера кормушки. Вот они их разными цветами делают, чтобы люди не путали. На вид очень простая. Силиконовая. Очень, да? Простая, силиконовая. Ломаться ничего. Ну, вот это неубиваемо, я могу вам сразу сказать. Вот эта вот пресс-форма неубиваема. Она может служить вам годами. Годами. Есть просто нечему ломаться. Единственное, что здесь немножко принцип разный выкидывания кормушки. Если здесь вы давите на клапан, то здесь вы, я вам покажу, потому что лучше показать, чем рассказать. Вот вы насыпаете прикормочку. Вот вы насыпали, притоптали чуть-чуть, насыпали. Вот. Берете кормушечку, положили поводок, соответственно, раньше туда, притоптали, вот, затоптали, вот, все, лишнее сбросили, и здесь клапан аж переворачивали, клапана же нет. Для того, чтобы вытащить, выкинуть кормушку, вы просто берете за края силиконовой пресс-формы и просто ее тянете, вот так, расширяете. Она у вас выпадает сама. Вот, произошло красивое такое чудо. Она, видите, намного аккуратнее ложит, чем Avid. Вот, намного красивее ложит. Соответственно, это способствует и дальнему забросу. Это очень важно. Почему? Потому что чем оно все скомпоновано, притоптано, оно далеко летит, нигде не парусит, нигде не болтается. Сбалансировано очень хорошо. Здесь еще есть очень хорошая фишка, они сделали. У них есть в пресс-форме, я покажу сейчас, здесь выемка в силиконе. Для насадочки. Вы ложите крючочек с насадочкой именно в эту выемочку. Это очень удобно. Интересно. Очень удобно, да. И когда вы формируете ее, вот здесь она у вас зажатая. Для чего вот эта выемочка? Она еще очень хороша, когда человек хочет ловить, допустим, методной кормушкой, но, допустим, на опарыш. Для того, чтобы его не сжало. Совершенно верно. Опарыш, он такой крепенький, в принципе, потому что червячком, там, мотылем не получится. Ну такой. Да, у нас в холодильнике, да, может прожить. Да, а вот с опарышем можно пробовать. Он шевелится, он сверху там болтается, на него можно. Это не факт, что вы будете на него больше ловить, но попробовать вы можете. И туда ложите пучок опарыша на крючке и задавливаете, то делаете все то же самое. Вот. И получается, опарыш не так давится. Вот, это интересная вещь. Но есть один минус. Один минус. Вот, я вам сейчас расскажу. Все дело в том, что многие фидерщики, спортсмены, рыбаки, они любят диповать насадки. При забросе они макают насадку в дип, потом ложат в топтушечку, засыпают и производят затаптывание прикормки. То есть дипуют насадку. Дипы есть очень, будем так говорить, химические. И вот именно дипы действуют на силикон. Разъедают? Да. Некоторые дипы, некоторые, их немного. Но они есть. У них очень много, по всей вероятности, веществ, которые разъедают резину. Вот. И на каком-то этапе
силикончик здесь начинает трескаться. Вот это вот единственный недостаток. Но это недостаток даже не столько силиконовой пресс-формы, сколько дипов, которыми они пользуются. Использование дипов. Да. Так, дрены. Ихняя пресс-форма, все то же самое. Плюсы те же самые, та же самая выемка. То есть плюсы те же самые. Великолепно топчет, великолепно открывает. Чуть-чуть расширили, кормушечка выпала, затоптанная. Все то же самое. То же самое разъедает, некоторые дипы разъедают силикон. Но это бывает долго, не так быстро, но тем не менее это есть. Но можем мы ожидать в ближайшем будущем появления у Престона силиконовых пресс-форм? Сложно сказать, сложно сказать. Но, по-моему, прогнозируемо. Вполне может быть. Почему? Потому что эти пресс-формы дольше служат. Силиконовые пресс-формы дольше, это однозначно, дольше служат. Я еще могу добавить, что то, что сказал Максим, что здесь короткий ход. Будем надеяться, что Престон это учтет. Они вообще молодцы. Посмотрят нашу программу. Да, они молодцы. Проанализируют ситуацию. Да, да, они работают с филтестерами, они прогрессируют постоянно. Я думаю, они сделают выводы. Переходим к нашему столику, к следующему столику, где у нас представлены еще пресс-формы от Guru. Производитель MAP, которого мы рассмотрим. Также у нас есть набор от Quorum. Это у нас пресс-форма Browning. Browning, да. Вот вернемся, да, сейчас, да, к пресс-форме Browning. Сейчас быстренько к Browning вернемся, да. И украинский производитель Flagman. Тоже об этом поговорим. Да. Значит, пресс-форма кормушки Browning. Это вот эта вот кормушечка. Тоже вот. Это силикон или? Да, это такой вот пластик. Симбиоз. Симбиоз силикона с пластиком, то есть что-то среднее. Я так понял, что это пластик, покрытый силиконом. Может быть. Ну, он довольно-таки жесткий. Да, да, пластик, покрытый силиконом. Да. Он, конечно, будет служить очень долго. Система прессования та же самая. Поводочек закладывается, насыпается, перегибается, прижимается. Весь вопрос в том, как выбрасывать. Попробуем. Да, она будет очень сложная. Я вам сразу скажу, это их неудачная конструкция. Вот. Вот мы сейчас ее продемонстрируем. Вот у нас кормушка, вот у нас пресс-форма. Насыпаю прикормочку. Вот, насыпали прикормочку, чуть-чуть притоптали. Допустим, прикормка, топтушечка очень неудобная, очень низкие стенки. Соответственно, мало прикормки ложится. Может быть от того, что маленькая... Кормушечка, да, да, сама кормушечка маленькая. Но она, по-моему, у нас сегодня самая маленькая. Да, вот мы ее запрессовали. Теперь наша задача ее оттуда вытянуть. Мы переворачиваем и давим вот на мягкое тело. Вот. Вот она выпала. Корм заходит за кромку кормушки. Он, конечно, однозначно слетит во время удара об воду. Вот. Что-то останется в ребрах, но вот это вот очень много корма мы потеряем при ударе об воду. И чем дальше мы будем бросать, тем быстрее, тем больше мы ее потеряем. То есть, ну, троечка, очень слабая троечка. И выемки под насадку нет. Ну что ж, мы поговорили о кормушках и пресс-формах от компании Preston. Avid. ESP. Drennan. Что у нас еще был? Browning. И есть у нас еще такие пресс-формы и кормушки от компании Guru. Да. Под рассмотрение. Ой, очень красивая пресс-форма, яркая, красивая этикетка. В принципе, пластик крепкий, жесткий, намного жестче, чем у ESP и у Drennan. Вот. Кормушечки у них вот такие вот, очень такие необычные. Совершенно нету обычных, как мы привыкли, ребер жесткости, как делают все их конкуренты. Вот. Подготовленная площадочка. В принципе, кормушка ловит. Можно ловить успешно. Вот. И человек будет получать удовольствие от такого красивого девайса. Вот. Но есть, как всегда, но. Во-первых, у них по сравнению со всеми другими конкурентами ихними очень длинная ножка. Для чего это сделано, сложно их понять, потому что, допустим, ну, в конструкции, допустим, вот такая вот, вот у Garner, у Drennan, допустим, да, вот уже Preston, вот такая коротенькая ножка. Еще и силиконовый хвостик. Да, 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 с силиконовым хвостиком. Достаточная для его функционирования, нормально. То есть пропускается липкорчик, там лесочка, и она нормально функционирует, нормально летит. Есть. Зачем делать такую длинную ножку, сложно сказать. Даже если вы сюда поставили амортизатор,
все равно такую ножку нету смысла делать, можно короче ее сделать. Вот. И это как раз есть слабым местом. Как раз вот здесь, оно и ломается. Потом, еще какой недостаток, все-таки прикормка здесь держится плохо. Хуже, чем в обыкновенных классических ребрах. И при дальних забросах прикормка слетает. Особенно, если человек недоувлажняет ее, или теряет, через какое-то время она пересыхает, он недоувлажняет вовремя. Прикормочка во время, причем она сбивается не во время заброса, а во время удара об воду. И рыбак даже об этом не знает. Кормушка падает на дно пустая, он сидит, ждет поклевки, поклевки нет. То есть я не знаю, чем они руководствовались, делая вот такие вот ребра. Может, они тестировали на коротких расстояниях, может быть, скорее всего, это подозреваю, так и было. То есть маленький водоемчик, близкий заброс, оно там, да, оно там задерживалось. У нас люди любят далеко бросать, сильно бросать. Ну давайте продемонстрируем, как да. Я распечатаю. Здесь у нас есть еще такой девайс для того, чтобы повесить пресс-форму на стоечку. Тоже его достаем. Вот предусмотрено, все продумано. Да, да, чтобы хорошо продать. Да, с точки зрения коммерции, яркий цвет, красивая упаковка, продумана вертлюжок. Упаковка самая красивая из всех производителей. Супер, за это ставим плюс. Да. Передаем. Теперь продемонстрируем, как мы ее будем забивать. И обратим внимание на плюсы и минусы этой конструкции. Кстати, как мы уже говорили, выемки для насадки нет. Да, в силиконовой пресс-форме нету выемки под насадочку. Впадинки такой, как есть у конкурентов. Это такой маленький, но штришок. Ну, приятно, когда он есть. Да, да, да. Приятно, когда у вас насадочка имеет какое-то место, тот же самый опарыш не давится, как бы не так давится. Вот. Насадочка где-то не западает куда-то, лежит в нужном месте. Не скользит нигде, не прыгает. Вот. Значит, берем, забиваем прикормочку, топчем и посмотрим, что у нас получится. Топчется очень хорошо. Силикончик довольно-таки приятный на ощупь, вот, но сверху. Я сейчас покажу, что происходит снизу. Значит, мы его раскрываем точно так же, за края, берем за края, расширяем, кормушечка выпадает. Вот она вот так вот у нас имеет вот такую форму. Если вы заметили, в отличие от других производителей, очень высокая посадка прикормки. То есть прикормки ложится сверху очень много, она вот как горбатая такая получается. Это за счет того, что очень высокие стенки в пресс-форме. В принципе, она будет держаться при забросе. В принципе, будет держаться при забросе на ближнее расстояние. Мы же видели, что ребер нету. Просто вот здесь вот по углам небольшие пупырышки, которые прикормку как якобы держат. А высокая очень посадка прикормки. Она наполовину, это, ну, слетает это 100%. Еще такой момент. Понимаете? Я покажу. Да. То есть по контуру тоже есть площадь прикормки свободная, которая гуляет и не прикрыта грузом самой кормушки. Да, это говорит о том, что... И эта площадь будет, будет ударяться об воду и... Смываться будет. Смывать, подбивать прикормку самой кормушки. Да, да. Это говорит о том, что пресс-форма немножко не так подогнана, как хотелось бы. И что еще мне не очень нравится, здесь тоже на пятке подгрузки нету утолщения металла. То есть равномерно, да, она увеличена, но дополнительного веса здесь впереди нету. Вес впереди только за счет расширения пяточки. Допустим, то, что есть у Престона, еще и утолщения нету. Вот. Так что, в принципе, это есть тоже недостаток. Вот. Ну, а так, в принципе, кормушка красивая, ловить будет, но боится дальних забросов. Это ее недостаток, боится дальних забросов. Теперь по пресс-форме. Пресс-форма красивая, яркая, недостаток. Прикормку вываливает хорошо, то есть кормушечку вываливает хорошо, немножко расширение, да, с кормушкой она работает хорошо. Долговечно, я думаю, будет служить долго. Нету выемки под насадку, это раз. Если она, да, приятная сверху на ощупь, вы же работаете ей постоянно, то настолько неприятная снизу. То есть снизу очень острая кромка, непонятно, зачем они ее оставили. Очень остро. И они могли бы сделать фасочку, закруглить, и от этого она хуже бы не работала. Как здесь, да? Да, совершенно верно. Как у Престона, ой, у Авида, у ESP. Все гладенькое, видите? Все сглаженное, ничего не режет, ничего не колет. Потому что если в руку мы берем, конечно. А вот я беру в руку, и вот она мне давит вот в ладошку. Вот эта форма. То есть, еще мне не нравится, что здесь. Здесь у них посредине, очень, здесь толстый силикон. А здесь в середине, вот в квадратике, здесь силикончик очень мягенький. Видите? Очень мягенький. Соответственно, когда человек будет диповать насадки, и ему попадется не очень хороший дип,
Вот в первую очередь у него здесь намного быстрее проезд, силикончик треснет. По гуру мы прошлись. Но красивое, у нас... красивое, яркое. Теперь у нас пресс-форма и кормушки от компании «Флагман». Раскрываем. Да. Они идут в наборе трех весов. Да, очень похоже на кормушки Carp Club. Carp Club, кстати. Да. Скажем по Carp Club и по Технокарп. Пресс-форм к ним это... нет, мы не достали, ну, по крайней мере, я не смог найти. Но кормушки мы купили. Да, это отечественные якобы производители. Вот, ну, как бы, вот это, ну, допустим, начнем с этой, Carp Club. Да. Да, очень похоже на кормушку «Флагман», очень похоже. А кормушка «Флагман» очень похожа на кормушку «Дрена». То есть, я так думаю, что сделана, ну, практически копия. Я раскрою. Да, да, пожалуйста, практически копия. Есть, конечно, немножко различия, есть различия. Есть одно «но». Но по форме, да, два «но». Два «но». Но по форме они очень, видите, вот они очень похожи. Да, по формочке очень похожи. Сейчас я еще добавлю флагмановскую кормушку. Да. Сейчас, друзья, я открою. То есть, взяли копию с «Дрена» и сделали похожую кормушку. Пока Максим достает пресс-форму, я вам расскажу Вот еще такая кормушка ее... для сравнения. Да, они, вот смотрите, вот... Дренан убираем, с ним все понятно. Вот смотрим, видите, две кормушечки, даже иногда можно очень сложно отличить. Что у них хорошего? В принципе, они хорошо летят. То есть за счет своей формы, вот, они хорошо летят. Подгрузка спереди, здесь они немножко утолщение, как у Дренана сделали, видите, да, немножко есть, утолщение да. металла. Вот, соответственно, они хорошо летят. Полетные характеристики у них хорошие. Но что нехорошо здесь, в этих кормушках? Во-первых, блестят крепежи. Вот эти все блики, это все есть не очень хорошо на мелководье, в солнечную погоду. То есть, ну, крупному карпу это однозначно не нравится. Он этого боится. Здесь, если вы обратите внимание, вот, качество расклепок. Видите? Здесь расклепано очень, ну, некачественно, будем так говорить. Здесь режет пальцы, видите? Во это время... Carp Club, да? Да, это Carp Club. Во время работы с ними вы будете постоянно резать пальцы на коже, потому что вот торчат, не то что даже заусеницы, а вот по пол шурупа торчит с дна. Здесь их нету, здесь их срезали. Здесь их срезали. Но я так подозреваю, что то, что они вот это срезали, оно, соответственно, и быстренько повылетает. Но есть один плюс... ценовой политики, скажем так. Это главный плюс. Да. Ценовая политика. То есть, если там половил, разбил, выкинул, как бы не жалко. То есть, для нашего рынка, для наших условий, то как бы ценовая политика тоже очень важна. Это их не главный плюс. Главный плюс. Ну, вот. По пресс-форме? Ну, по пресс-формочке, да. По да пресс-форме. Вот пресс-форма. Пресс-форма тоже. Вопросов не на вообще. Похоже. Один в один. Все плюсы, которые присущи Дренану. Все присущи. Даже толщина стенок одинаковая толщина у силикона. Выемка есть. Есть выемка. Вот. То есть, ну, неубиваемая пресс-форма, скажу сразу. Лучшее у лидеров взяли. Да, да, да. Вот это вот у них, да, это они молодцы. Вот. Ну, от горя дипов, конечно же, она никуда не денется. Вот мы прессуем. Прессуется она очень хорошо. Вот. Вы можете сбоку вот так вот ее обжимать, как вам нравится. Вот, сейчас она немножечко, прикормочка у нас уже пересохла, ну, в принципе, до конца мы ее вот расширяем за стеночки, тянем, да, и она выпадает у нас. По формочке, за стеночки, если вы обратите внимание, за стеночки прикормочка не выходит. Это при том, что мы уже пересушенную прикормку забиваем. Если мы ее доувлажним, да, если мы ее доувлажним, она будет еще ровнее ложиться. То есть, в принципе, топчется, прессуется хорошо прикормка. Переходим к следующему производителю, это тоже Британия, компания Курум. Да. Компания Она идет сразу Курум. В наборе. Кормушечка и пресс-форма. Идет сейчас сразу она... с отбойной бусинкой, кстати, в наборе. Да, 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 да. Она идет. Вот отбойная бусинка в ней. Кормушечка похожа на Гуру. Вот что-то такое близкое. Ну, она средненькая между гуру и... Ну, они решили... Третьим путем да, пойти. Да, решили что-то у них перенять, но что-то выделиться как-то, понимаете? Значит, быстросъемничек вставляется, пропускается лесочка, привязывается к быстросъемничку, он здесь разбирается. Привязывается, вот, видите, пропускается лесочка, привязывается вот сюда, в дырочку эту, маленькую-маленькую дырочку. Вот я вам сразу вас подвожу, вы, наверное, и не увидите.
я вас сразу подвожу к недостатку этой кормушки. То есть надо иметь сумасшедшее зрение, надо иметь, это раз. Литкор вы сюда не закрепите, это два. То есть только леска. То есть, ну, с нее можно сделать инлайн, можно сделать глухую оснастку. Вот, то есть, в принципе, она универсальная, эта кормушка. Вот. Ну, как бы вот эта постанова ребер, ну, может быть, будет лучше держать, чем гуру. Я так подозреваю, что будет лучше держать, чем гуру. 30 грамм. Есть смещение? Нету, крайне. Смещения нету. Подгрузка, вот у них есть немножечко спереди вот эта часть. Немножко металлическая у них, немножко подгрузочка есть. Но я думаю, что все-таки это очень мало. Очень мало. И опять же, для это недостаток, заброса. Как мы говорили, да, у да, Эри, да, да, да. Для дальнего заброса это как бы мало. Вот. И может даже это минус. Почему? Потому что у них коннектор же вот стоит, быстросъемничек. Да. Понимаете? И он будет вот так вот ударять в этот коннектор, будет его забивать. Ну, в общем, так не очень есть хорошо. Пресс-формочка. Ну, пресс-форма, сделали они пресс-форму, я не знаю, это как космическая ракета. То есть, они тут использовали смесь Авида с Престоном. Пробуем? Ну, давайте попробуем, да. Забиваем прикормочку. Вот, насыпаем. Запрессовываем. Лишнее убираем. Чтобы красиво было. Вот, вот здесь дырочки в пятке сделанные. В них прямо прикормка выдавливается. Вот, это есть для сцепки, это есть хорошо. Потому что дужки у них там небольшие, вот, дуги. Потому вот это вот, в отличие от гуру, они здесь дырочки сделали. И эти дырочки с дополнительным скреплением для прикормки. А так, при потому... ударе об воду не будут ли они выбивать корм? Не, нормально. Ну, оно там где-то чуть-чуть и выбьет, но не настолько критично. Вот, надавливаем на клапан, вот. Вот. Прикормочка выпадает. Тоже след, как у Эвида? Да, след остается от вот этой пластиковой прокладочки, которая выкидывает прикормку, выкидывает кормушечку. Она закреплена на лавечке, вот, на пружинке. А это углубление для насадки, да? Ну, это такое маленькое углубление для насадки. Да. Для одного опарыша? Да, я не знаю, туда даже опарыш не поместится. Вот, но они его сделали, ну, чтобы было. Вот, ну, там не то, что кукурузка, там, я не знаю, что туда поможет поместиться. Дырочки в пятке. Это очень интересный ход. То есть это дополнительная сцепка прикормки. Потому что у них здесь... Ну, кстати, очень хорошо держится. Да, да. У них, вот за счет вот этих дырочек. Потому что у них здесь, ну, ребра не очень высокие. Не очень высокие. Площадочка довольно-таки широкая у них. Как для такой маленькой кормушечки, площадочка довольно-таки широкая. Соответственно, зажимать насадку не будет. Вот. Так что, в принципе, ну, такая четверка хорошая. Пойдем дальше. Дальше у нас МЭП производитель. Открываем пресс-форму, а я пока открою кормушку. А вот у нас есть кормушка тоже со стопорной бусинкой. Да. В наборе аккуратно. Аккуратно бусинку не потеряй. Но... Да, бусинку положим в пресс-форму Престон. Так. Очень напоминает Браунинг. Браунинг, да. Кстати, вот сравнение. Проблема та же самая. Положим татушечку. Проблема та же самая. Площадочки нет. Как туда большую насадочку уложить? Да даже небольшую, даже те же самые 10-12 сантиметров поп-ап или пелец с какими-то острыми бочками, он там застрянет. И у нас будет холостой заброс. Вот. Пятка прорезиненная. Что я так думаю, что оно ведет к удорожанию, в первую очередь, кормушки. Вот, а не к улучшению ее. Ну, ничего в этой кормушке больше такого плохого я не вижу. Очень толстое тело, которое вовнутрь, через которое пропускается леска. Не вижу смысла, допустим, вот сравните, какой сердечник у Дреннана, тоненький, соответственно, но туда и литкор проходит. Я уже не говорю про леску. Под вертлюжок, потай под вертлюжок, вот. Вертлюжок надо подбирать, я думаю, это 7-й размер, где-то по английской нумерации. Ну, пресс-форма. Стенки грани еще толще. Да. Почему, непонятно. Да. У них все здесь толстое. У них толстый сердечник в середине, толстая пятка,
толстые, пластик очень, грани очень толстые, то есть все такое вот массивное. Я думаю, что она будет, конечно, ну, крепкая, я думаю, что служить будет долго. Вот, пластик не хрупкий. Переходим к топтушке. Топтушка вообще загадка, если честно. Топтушка и загадка. Которую нам придется разгадывать. Да, 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 нам придется ее разгадывать. Сейчас попробуем забить ее. Мало места под прикормку, то есть видите, прикормка просто сверху сыпется, мало места под прикормку. Так, лишнее сбрасываем. Угу. Погружается она не глубоко? Не, погружается не глубоко. У нее очень высокая подгрузка, подгрузка очень высокая, пятка большая, широкая, не знаю, очень высокая, и она торчит сверху пресс-формы, вот она сверху торчит. Вот, тело с ребрами ушло вовнутрь, туда, куда и надо. Вот, ну, вот она торчит, как этот самый. Так, теперь мы должны ее вытолкнуть оттуда. Можно, в принципе, просто потянуть. Пробуем. Все получается. Да. То есть не надо... То есть не надо расширять, не надо расширять, толкать. Давить. Да, потому что здесь клапана нет. Не надо расширять, потому что она жесткая. То есть она просто вытаскивается одним движением вот за хвостик. Все оказалось намного проще. Да, и между прочим, скажу вам, запрессовалась очень плотненько, очень красивенько. И, кстати, по краям я смотрю, что вообще четкая подгонка. Да, а у нее вот кромочка резкая, она отрезает все лишнее. Вот. То есть, в принципе, кормушка может быть даже и неплохо. Можно было бы, конечно, ее немножко сделать более изящнее, эстетичнее, что ли, да. По сравнению, по крайней мере, с конкурентами, она очень грубая. Я хочу отметить, что, несмотря на то, что вот поддали критике с самого начала саму кормушку, да, кормушка не блещет, но пресс-форма... Она очень быстрая. Она, во-первых, быстрая, да. Во-вторых, вот сама запрессовка, качество запрессовки на кормушку... Очень плотная. Ровненькая. Да, очень плотная, видите? Ну, тянет на первое место. Очень плотная. По качеству прессовки очень плотная. И очень быстро открылась. Да. То есть, если там нужно... Движения делать такие, престони вот такие. Здесь просто одним движением руки, вот ее запрессовали, вот, вы одним движением руки, хоп, и кормушечка у вас в руках. Вот еще хочу показать по контуру, как ложится. Прикормка ложится по контуру. Да, кстати, да? Прессуется очень качественно, сразу скажу, очень качественно. Немножко не хватает эстетики. Да, немножко не хватает эстетики. Нету выемки под насадку. Если учитывать, что кормушечка 3 ребра, нету площадки для насадки, то здесь бы, конечно, не мешало бы сделать площадочку, было бы немножко легче прессовать. Так с большой насадкой будет проблема. Ну что, вот. Я хочу подвести итог. Мапа мы завершаем тестирование наших кормушек от различных производителей. Ну и попробуем... сотворить сейчас какой-то симбиоз из всего представленного у нас на столике. По пресс-формам. Пресс-формы у нас выбираем, мы останавливаемся на каких? Ну, самые надежные, самые простые – это ESP, Флагман, Дренон. Да, Дренон. Они самые надежные, самые долговечные и самые простые в использовании. Никаких клапанов. Вот. Основные требования исполнение в силиконе, без острых граней. И без клапанов. Из-за острых граней у нас не проходит гуру. Да. И самое главное еще... Потай под насадочку. Да, под насадочку. Это не самое главное, но это было приятно. Это очень приятно. Да. По пресс-формам вот такие вот у нас выводы. Да. По кормушкам. А, кстати, по пресс-форме. Мы мап еще забыли упустили. Мап. Да, упустили мапу. Ну, мапа очень хорошая. Очень хорошо, идеально подогнанное место под прикормку. И очень скоростная загрузка. Да. Она без клапана, она без расширения, как силикон. Вытаскивается рукой. Вот, ну, как бы очень интересно. Это такая, интересно. Скажем, альтернатива. Это третье решение. Она что-то среднее получается. Что-то среднее. Да. Добавить объема немножко. Да, немножко объема добавить и сделать потай. Сделать потай. Под насадку. По кормушкам. По кормушкам. В идеале. Кормушки, конечно, нет, но можно выбрать и собрать все лучшее. Значит, что лучшее? Значит, у Престона. Подгруженная пятка, как в ширину, так и в толщину. Соответственно, увеличивается дальность заброса. Форма тела напоминает снаряд, пробивает ветер, летит. Это самая дальнобойная кормушка. Идеально делать такие заклепки, как делает Престон. Они широкие, хорошо уплотненные, не торчит нигде, ничего не царапает.
Вот, то есть это плюс, это можно принять. Дальше, преимущество какое еще? У Дренона смена поводка. То есть система смены поводка. Быстросъемник. Быстросъемник, так называемый, да. Поводочек есть... меняется очень быстро. Сейчас это начал делать и Престон. Вот. Но раньше всех сделал Дренон. То есть берем вот форму Престона, добавляем быстросъемник от Дренона. Совершенно верно, да. И, я так понимаю... И перенимаем то, что сделал Корм. Делаем дырочки для прикормки в подгрузке, в пятке. Это дополнительно держит прикормку. Вот. Если даже вы ее не доувлажнили, оно будет ее дополнительно держать лучше. Ну вот мы только что рассказали и показали портрет идеальной кормушки, которую бы хотели, чтобы производители рано или поздно выпустили. Да.